У Костаки был совершенно невероятный глаз. Вот таким глазом обладают, может быть, единицы во всем мире. Он сразу видел работу и сразу понимал, какова она, какова ее ценность и насколько она хороша. Это был абсолютно природный дар. Этому научиться нельзя. Гений! Гений собирательства. Его часто сравнивают со Шлиманом. Только Шлиман – золото, а здесь – золото русского авангарда.